Доброе утро. Ой, посмотрите, какая красота. Все деревья белые. Все белое. Масяша, передай привет. Темно, идем в сад. Бежим, можно сказать. Бабушке сегодня давление, поэтому мы сегодня... Да, ей нельзя, поэтому сегодня бежим мы в садик. Сейчас быстренько. Потому что у меня сегодня занятия, мне без детей надо уже приехать в одно место. Смотрите, какая красота. Просто проблеск. Все. А мы с Лусяшечкой бежим. Давай, пока. Пока иди. Заходи, закрывай дверку. Сказочная зима. Обалденно просто. Красоты непомерной. Закончились мои занятия. И сейчас едем на работу. Сейчас покажу эту красоту зимнюю. Немножко пойду по кругу, но покажу, потому что не показать просто не могу. Смотрите, деревья какие, да? Какая красота. Сейчас мы дальше пройдем. Они кругом. Кругом это красота. И снег идет. Замечательная погода. Сейчас чуть-чуть по кругу зайду, прохожусь. Вот такое вот утро. А я сейчас поеду на работу. Звоню, узнаю, как чувствует себя мама. Узнаю, кто сможет забрать Лусяшу из садика. И все. Так не хочется на работу. Кто бы знал, как не хочется. Еще вам покажу все-таки эти заснеженные заросли. Очень красиво. Там напротив храм. Красоты непомерной. Просто волшебная. Работу. Вот такое мое утро.